Доброго времени суток, это опять Дмитрий, и я, собственно, решил сделать обзор по такому смарт-контракту, как Eclipsity Global или Tron Chain 2.0. Данное направление я зашел в рамках Solidar клуба. Вообще по смарт-контрактам я работаю в рамках Solidar клуба, в основном и зачастую, за исключением одного варианта. Ну, это как бы... отдельный разговор. А так, собственно, обзор посвящен Eclipsity Global. И сейчас мы перейдем, получается, на сайт. И я покажу, какая здесь доходность. И вообще, собственно, что здесь можно заработать. Переходим. Ну вот, мы, собственно, находимся на самом сайте. Eclipsity Global, да, то есть под моим видео будет ссылка для регистрации, пройдя по которой вы попадаете на сайт. Вот здесь, как вы видите, видно Tron Chain, да, то есть это то, что вот Tron Chain был, то есть Tron Chain 2.0, а так Eclipsity Global. Вот, значит, по информации относительно данного направления, что это, этот смарт-контракт будет работать очень долго, по причине того, что он будет постоянно подпитываться другими смарт-контрактами. Ну, это из той информации, которой я владею. Вот. И, соответственно, как я сказал, то есть я здесь работаю, имеется в виду, в данном смарт-контракте в рамках Solidar клуба. И здесь, в принципе, так же, как и в других смарт-контрактах подобного рода, значит, как начать, да, то есть это имеется в виду, здесь расписано, что нужно, чтобы участвовать в этом смарт-контракте. Это скачать TronLink, заполнить его тронами, вот, и дальше уже производить инвестирование. Вот, назад. Назад нажимаем. How it works, то есть как это работает. Вот, а как это работает, мы с вами просто перейдем, получается, вот, на такую PDF-презентацию. Значит, вот здесь указано, как распределяются средства, депозиты в Eclipsity Global Community. Он имеет дополнительно 3% страховки к договору. То есть 103% входит, 5% комиссия платформы. 5% страховой контракт вернется в Eclipsity Global Fund после завершения возврата средств. 1.5% страховой контракт. Ну и так далее. Вот здесь вот это. То есть здесь показывает, как здесь вот, как работает этот смарт-контракт. Значит, данный контракт. Данный контракт работает, значит, по следующему алгоритму. То есть до 1% в день доходность. То есть дневная сумма будет корректироваться в диапазоне от 1 до 0,1% в зависимости от деятельности фонда. Вот. Отрабатывает ваш депозит 310%. Вот. Так, после получения, значит, вот здесь написано, да? После получения 310% система перестает платить. Контракт закодирован так, что когда 310% будут накоплены и достигнуты, весь доход остановится, будет деактивирован. Вот. Существует 4 способа достижения 310%. До 1% ежедневной прибыли ваш депозит это 100% пассивно для всех, это 100% пассивно. То есть пока не отработает ваш смарт-контракт. 10% прямая реферальная комиссия. То есть от ваших лично приглашенных 10% вы имеете. Плюс 1% от получается вашего депозита. Там третье это матчинг бонус, комиссия ежедневного возврата, ну, комиссия за вывод. И еженедельный топ-10 спонсорских пулов. Значит, доходность до 1% в день.
Значит, 1000 тронов, если, допустим, внесли, 3100 тронов обратно в общей сложности каждые 24 часа вы будете получать до 10 тронов ежедневно. Далее 10% прямая комиссия, то есть имеется в виду от ваших лично привлеченных вы получите доход. Допустим, прямой партнер вносит 10 тысяч тронов, вы получаете 1000 тронов. Matching бонус. Matching бонус начисляется каждый раз, когда нисходящий партнер выводит ежедневный доход. То есть здесь от вывода ваших партнеров. Вот. Если они производят вывод, то с этого идет вот 30, 10, 10, 8 и так в глубину. Чтобы глубина открывалась, что нужно? Требования. Вот, то есть первый уровень 30% matching бонус. Чтобы получить звезду 1, 3 прямых реферала и общий объем команды 5000 тронов. Вот. Далее открывается второй уровень, 10% matching бонус. Вот. Надо 5 рефералов и общий объем команды 20 тысяч тронов. И так далее в глубину, да? То есть вот таким образом открывается эта глубина. Здесь как бы вот такие условия. Ну, есть еще и еженедельный топ-10 спонсорских пулов. 1% от всех депозитов Eclipse City Global добавляется ежедневный пул лучших спонсоров. 10% от этого пула присуждается 10 лучшим спонсорам трона общего объема каждую неделю. Вот. Лимиты минимального максимального депозита. Чтобы перейти с уровня 1 на уровень 2, в сумме депозита максимальный лимит депозита в размере 100 тысяч должен быть внесен и получен в полном объеме. Ну, здесь вот показывают, как работает этот смарт-контракт, экосистема, дебетовая карта есть у них даже. Вот, значит, вот такая карта. То есть, что реализовано и что будет, значит, реализовываться. Страховой контракт. Есть, получается, здесь UMI фарминг. Это проприетарный токен управления DeFi, биржу Uswap Dex от команды Eclipse City. Дополнительная награда периодически выплачивается Eclipse City Global, и она никак не повлияет ваш лимит. Давайте максимум DeFi токен UMI внутри сообщества Eclipse City. Ну вот, собственно, да. То есть дальше, собственно, вернемся в сам смарт-контракт. Значит, как здесь можно вложить? Значит, 100, ну вот так вот 100, 200, 300, то есть вот можете набирать. Вот. И там 1000, 10 тысяч, 30, 50 тысяч, 100 тысяч строн. Здесь вот видна вся статистика, личная статистика. Вот. Ну и все вроде бы. Значит, как я сказал, то есть я этот смарт-контракт рассмотрел в рамках Solidar клуба. Это TronChain 2.0. Вот, значит, по той информации, которую вы мне дали, этот смарт-контракт будет работать достаточно долго. Вот, потому что здесь очень большой комьюнити, плюс этот смарт-контракт будут подпитывать разными другими смарт-контрактами. А так, пожалуй, все, да, то есть под моим видео будет ссылка для регистрации, скачивайте TronLink, пополняйте его тронами, заходите, участвуйте. Добро пожаловать ко мне в команду. Всем спасибо за внимание, вставляйте лайки. Ставьте комментарии под моим видео. Всем большого профита.